они сейчас бегают вот здесь, вот у моих ног прям. Такие красавчики. Ну вот уроды. Одного я пристроил, других пока не берут. Просто у того были глаза голубые-голубые. Видимо, там хаска присутствовал, отец. Вот они. Я их покормил. Но мне их так жалко, блин. Да. Вот мы едем снова по очередному вызову в Васькино. Щенки на мусорку. Что хочется сказать? Что щенки домашние. Вот домашние нестерилизованные собаки. Когда, наконец, народ начнет жить в 21 веке и понимать, что стерилизация – это лучше и проще, нежели топить или выбрасывать вот так вот щенков. Ага, вот она, мусорка. А, вот они и дети. Развлекаются. Да. Мать, наверное... Хаски была не стерильная. Да, пацаны? Здорово! Здоровые уже щенки. Месяца по 2,5, наверное, по 2. Ну, народ. Что, собираем? Собираем урожай. Эй, пацанва. Пушки у всех стоячие. Ну что, ребят, самое место детям, конечно. Где? На мусорке. Темный народ. Красавцы. Пока ловили щенков, над приютом появилась радуга. Это хороший знак к скорым переменам. Надо срочно задумать желание, и искренняя вера в чудо способствует его исполнению. Можно полюбоваться на радугу. Девочки, такая огромная радуга была, когда мы только поставили первый лист забора. Ведь нет, не забора даже. Хоть что-то мы хорошее, трубы да? только поставили. Мы только забили в трубы, ограничив территорию этого приюта, обозначив. И вот точно такая же в мой день рождения огромная радуга была. И мы это сняли. И я тогда очень сильно загадала, чтобы у нас все получилось. Сегодня тоже прошу Бога о помощи. Но сейчас, глядя на эту радугу, просто вспомнила, как я тогда шла, руки к груди прижала и так просила, чтобы у нас получился приют. Да, Вика, ты права. Желания сбываются.